Я хочу рассказать о своем прадедушке. Мой прадедушка – ветеран Великой Отечественной войны, Жонин Тимофей Федорович. Родился в селе Дарина Мелеузовского района 1 июля 1907 года. Прадедушке рано пришлось идти работать. Не закончив 6 класс, начал свою трудовую деятельность в колхозе, разнорабочим. 25 ноября 1941 года он был призван в ряды Советской армии. Служил в 989-м полку, связист. 25 октября 1942 года был ранен. Получил легкое осколочное ранение левого коленного сустава. Прадедушка участвовал в обороне Ленинграда и в 1944 году в боях по снятию блокады Ленинграда. После снятия блокады был направлен в трудовую армию. По воспоминаниям прадеда, со слов его дочери, самым трудными на войне были бои. Тяжело приходилось солдатам продвигаться по болотам, постоянно в воде. Даже привал сделать и окопаться нельзя. Кругом грязь, сырость. Надо было не только самому уйти, но еще орудие перетаскивать. Победу прадед встретил под Берлином. Вернулся с войны 25 сентября 1945 года. О боевых заслугах на фронте говорят его награды. Прадед награжден медалями за отвагу, за оборону Ленинграда, а также юбилейными медалями.